Ладно, пока это все. Вы свободны. Патрульные сейчас спрашивают по округе, может, кто что видел. Хорошо, если что найдут, дайте мне знать. А с этим что будешь делать? Без понятия. Что у нас тут? Водитель видел ее в 2:30. Она украла одежду из прачечной, ее видели в мини-маркете. Она стащила кусачки. Зачем они ей? Кусачки? Ты чего несешь-то? Я успел посмотреть запись с камеры наблюдения. Там отчетливо видно, как она их берет. Значит, у нее кусачки, и она ищет, где спрятаться. Ну и каков твой вывод, Шерлок? Она должна быть рядом. Ральф нашел, чем покормить маленькую. Вот, гляди. Подарок. Ральф сейчас все приготовит. Ральф, друг. Ральф знает, что люди едят. Жжёное мясо. Садись. Не стесняйся. Так-то лучше. Ральф очень старался найти хорошую еду для маленькой. И отказаться было бы невежливо. Правда? Сейчас... будет вкусно. Это сочное мясо. Сочное. Сочное. Папа, мама и дочка. Что делать? Я не хочу это есть. Что говоришь? Что она очень хочет поесть. С большим удовольствием. Да, маленькой обязательно понравится. Ральф выбрал ей самого большого, самого лучшего. Мясо будет сочное. Сочное. Давай. Ешь. Там наверху труп. Ты ведь убил человека? Нет. Нет, Ральф его уже таким нашел. Ты ведь хочешь, чтобы мы были как семья, Ральф? Папа, мама и дочка, так ведь? Папа никогда не станет заставлять дочку есть, угрожая ножом. Ральф очень старался. Он хотел, чтобы маленькая поела. Но Ральф не злой. Нет, не злой. Так отпусти нас. Есть кто-нибудь?
Я ищу модель AX-400. Видел такую? Ральф не видел. Не бойся. Я тебя не трону. На ограде голубая кровь. Сюда приходил другой андроид. Это Ральф поцарапался. Это кровь Ральфа. В доме есть другие андроиды? А другие? Нет. Только Ральф. Иду, лейтенант! А кто наверху? Никто. Никого нет. Что происходит? Она здесь! Сообщите! Куда она делась? Туда. Они побежали к станции. Да вон они! Нужна живой! Охренеть! Вот дает! Нельзя их упустить! Расслабься! Их сейчас в лепешку раздавят! Я не могу рисковать! Эй, ты что, охренел? Погибнешь! Не смей за ними гнаться, это приказ! Все нормально?